Я представлю сейчас военную компанию. Наверное, слышу, чувака Вагнер называется. Вagner özəl hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojin Mordoviya Respublikasının cəza çəkmə müəssisələrinə gedərək məhbusları müharibədə iştirakə cəlb edir. Bu barədə məlumat Telegram kanallarında yayılıb. Prigojin 6 ay müharibədə iştirak edəcək məhbusun əfv ediləcəyini, ölən məhbusların isə qəhrəman kimi dəfn ediləcəyini vəd edib. Qeyd edək ki, Yevgeni Prigojin Putinin yaxın adamı kimi tanınır. Погибший тела отвозятся в то место, которое вы указываете в своём завещании родственникам или захоранивать там, где вы говорите. Всех захоранивают на аллеях героев в тех городах, где она есть. Кто не знает, где захоронить, хороним рядом с часовней ЧВК «Вагнер» в горячем ключе. Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование.